В ближайшие дни в Ульяновске начнут эвакуировать автомобили за неправильную парковку. Коснется это улиц Полбина, Робеспьера, Репина и Верхняя Полевая. Именно здесь под запрещающими стоянку или остановку знаками установлены таблички «Работает эвакуатор». Как отметили в администрации города, мера эта вынужденная. Из-за постоянных нарушений правил парковки коммунальщикам не удается качественно очистить дорогу от снега. Даже произошло несколько ДТП с участием уборочной техники. Поэтому с учетом этого, с учетом того, что очень большое количество транспортного средства, которые жители бросают на зиму, и уже люди начинают парковать во второй, даже в третий ряд, например, на улице Репина. Там было принято решение, на этой неделе завершается установка дорожных знаков, где запрещается стоянка транспортных средств в зависимости от того, четное или нечетное число. В соответствии с правилами дорожного движения в период вечерний с 19 до 21.00 разрешается парковка на обоих сторонах улиц, чтобы они могли переставить. И с 21.00 начинается уже следующий день. На Репино нововведение появится на участке от Скачилова до бульвара Архитекторов. Аналогичная схема будет действовать на улице Полбина между Октябрьской и Терешковой. Напомню, ранее 73 таблички «Работает эвакуатор» находились на улицах Гончарова, Спасской, Карла Маркса, Кузнецова, Орлова, Шолмова, Дворцовой и на бульваре Пластова. Сейчас изготовили и смонтировали еще около 60 таких табличек.